Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. 1038. События дня. Откровение 22:12. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Вот я выписал все места, где говорится, что грядет скоро Господь. Вот Откровение 3:11. Раз, 22:7, 2. 12:3, 24. Четыре места. И в этом можем не сомневаться. Четыре свидетеля, что придет скоро. За 19 октября 2018 года. Но наше объявление дали. По-русски написано, это название роликов в Ютубе. По-русски, просто записывать и, ну и указано электронный адрес. Дмитрий, аминь, Игнатий Тихонович, это на ролик просмотрела. Могу только добавить, что оно может и к лучшему все, а то с этим Афоном обафонились уже все. Взяли непонятно откуда эту моду на православный хадж. Уже дошло до того, что здесь в Москве некоторые священники говорили: «Ах, как хорошо было причащаться на Афоне». Они даже не понимают, что говорят. Какая ему разница, где он к телу и крови Христа прикасается. Прямо-таки безумие. Вот и Господь его решил прекратить, чтобы одумались. Игнатий Тихонович, верующий в Иисуса Христа, истинного Бога, таких слов никогда не произнес бы. Это уже на грани с богохульством. Я только расстраиваюсь, когда слышу такое от президента. Православной верой он только прикрывается. Страшно очень, что если допустить уход Путина, особенно скоропостижно, упаси Господи, то придут люди гораздо хуже. И как бы ни было больших кровопролитных войн. Александр. Спаси Христос. Очень долго я ждал этого видео. Игнатий Тихонович, благодарю вас за видео. Сергей. Спаси Христос. Сегодня утром слушал твое слово о церковных делах, связанных с Украиной. Предоставление константинопольским патриархом Варфоломеем Томаса, отколовшейся от УПЦМП, прихожан и клириков, самоутвержденной УПЦ, Киевский патриархат. И отмена эпитимии анафемы на перпалита патриарха Филарета Денисенко. Обращает на себя внимание, что наши священнослужители говорят о нарушении в этом вопросе канонов церкви. Но никто не говорит о нарушении 4 из 13 канонов церкви священниками и прихожанами внутри РПЦМП. Пишу тебе с работы. Остался там, так как начались занятия по изучению Евангелия в группе Виктора Савченко. Отец Игнатий, по-прежнему нуждаюсь в твоей молитвенной помощи и сам о тебе молюсь. Храни тебя и ближних, Господь. Аминь. Наталья, просмотрела с утра, все правильно сказали, отец Игнатий, дома и я молюсь за всех, нам это не запрещено. Ко Христу не приводит этот раздор, все пасть раскрывает на Россию, дай Господи покаяние русскому народу. Там на Украине столько ереси, еретиков, им бы проповедовали, а они стояли бы в очереди в монастырях для поклонения мощам. Спаси Христос вас, в поиске Аллаха я нашел Иисуса, история бывшего мусульманина. Это я ролик показываю один, он рассказывает. Но запомните, как называется, в поисках Аллаха я нашел Иисуса. История бывшего мусульманина. Интересное свидетельство неправославного христианина. Жаль, такой ревностный, но не православный. Какая живая молитва в конце. У нас и православные священники и так не имеют понятия молиться. Это жаль, жаль. Я показал выпад одного. Виталий, вот вы трое. Роман стал врагом, залез под проклятие, и оно вошло в него. Другой окончил пустышкой, и иногда тут вот так выплескивается. А от тебя же ни разу не было ни выпада и ни слова против истины. А вы трое, все такие разные, и были равные возможности стать настоящим христианином.
среди множества свидетельств о том, как Господь Бог находил избранных своих в исламе, это свидетельство также может помочь обрести Иисуса Христа как Спасителя своего и уверенность в истинности Святой Библии, и что Иисус Христос есть истинный Бог и человек. Советую прослушать это свидетельство в молитвенном состоянии и лучше не один раз, чтобы слова пали на взрыхленную почву сердца и души. Вот я и показываю его в поисках. Наталья. Мир вам, Игнат Тихонович. Это я в чат выслал этот ролик. Беседуя с мусульманами арабского происхождения. Это абсолютно так, как говорит мужчина в ролике. То есть просишь отказаться от жизни. Представляешь, что пережили родители, он ведь умер для них. Хотела написать комментарий под роликом в Ютубе, что он нашел Христа, но не в церкви Христовой истиной. Времени не было, но напишу. Меня поразило его свидетельство, как Господь приводит, и парень как легко доказал о подлинности перевода Библии. Спаси, Христос. Я пишу. Что бы вы написали этому человеку? Я могу в комментариях переслать ваш ответ. Это она пишет мне. Игнатий Тихонович. Я отвечаю. Если бы у него был там переводчик на русский язык, то свести бы нас в скайпе. Рустам, 19-го. Вот. Гуру. Это у него получается так. Фамилия и имя. Игнатий Тихонович, мир вам. Я не знаю, почему чтение Библии угнетает мою психику и делает меня замкнутым, скованным психологически человеком. Внутри своего сердца у меня таится желание жить Библией, но, увы, 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 горе мне. Я люблю Иисуса Христа и вас я уважаю. Мне бы хотелось удовлетворить все свои амбиции в плане Библии и жизни ей, так как Слово освящает, очищает от всякой скверны, дает силы на преодоление своих страстей, дает силы на решение важных задач в жизни, силы держать дистанцию с врагами. Оно наполняет и вдохновляет. Сам я без него пустое место, ничто. Мне не хватает библейской уздечки. Самая лучшая и главная книга на всем свете – это Библия, Слово Божие. Но на данный момент я воздерживаюсь от нее чтения и фобически избегаю контактов с местами Писания. Я боязливый человек в плане того, что боюсь являться слабым при людях, тем самым подавая повод им меня угнетать. Гордый, не люблю уступать, гневливый очень, вспыльчивый. Моя духовная брань внутри меня не останавливается и порой достигает точки кипения. Ненавижу людей в связи с тем, что кругом обман, предательство и ложь, трусость, лицемерие и корысть, расчет и насилие воли. Я не люблю и не умею подчиняться, а точнее подчинить свою волю воле человека. Я раб Христов, но не людей. На данный момент я в Италии, жду звонка человека, который обещал узнать мне за работу тут. На досуге интересуюсь малым бизнесом, выращиванием и реализацией кур, бройлеров. Очень интересная идея, финансирование рентабельного домашнего бизнеса. Изучил лучшие породы мясных и кур не сушат. Минутку. Виноват. Изучил лучшие породы мясных и кур не сушат. Условия кормления, расход и прибыль. К примеру, на яйцо самая лучшая порода кур – это лигорн белая. Порода была выведена в Италии. Попутно скажу, наш отец всегда держал только вот эту лигорн. Белая. Никогда никаких других пород не держала. И яиц было куча. Нести с куры начинает 4 месяца. А одна курица в год дает от 300 до 340 яиц. На мясо брать выгодно бройлеров. Рост 308, рост 708. Брать однодневных цыплят. Из 45 до 60 дня уже можно осуществлять забой. Все изучил. Корма предстартовые, стартовые и обычные комбикорма. Когда, кому, сколько и в каком возрасте давать витамины, сахар, гумивал для величины и прочности яйца, а также сахар, воду для роста и никакие ГМО. А вот гумивал-то ГМО и есть или как? Я считаю, это уже не надо для величины и прочности яйца. Величина и прочность яйца заложена у нее от природы. Искусственно делать – это как раз вот это есть. За день роликов 100 просмотрел. Ну, роликов 100 за день просмотрел. За день роликов просмотрел, то есть отмахал. А просмотрел, может быть, только один от начала до конца. 100 роликов. Ну, когда ролик я выставляю, 2,5 часа один. Ну, и другой там час. Вот уже 3,5. А дальше что, у тебя голова не будет соображать. Это нет. Никак. Ну, просмотрел так это. Внешне глянул.
Читал литературу и совместно изучал итальянские слова. Вы знаете, что из докторов получаются самые лучшие в мире фермеры? Из докторов. На самом деле я за вами скучал неоднократно, но держал дистанцию за вами. Почему за вами? Я, на деле я скучал о вас. Еще много есть, что сказать и написать. Думаю, успею еще, а там на все воля Божия. Аминь. Ну вот я попутно и ответил про курицы. Вика, дорогой наш отец Игнатий, не устану повторять благодарность и вам, и Богу, в первую очередь, что мне вас послал. Запоем я смотрю ваши ролики, так же хорошо, как же хорошо, что есть истинные проповедники, как вы. Посмотрю ролик обязательно. Еще хочу у вас спросить совета, потому что я вам абсолютно доверяю. У меня трое детей, две девочки и мальчик. Девочкам 9-7 лет, а сыну 5 лет. Что мне в первую очередь прививать детям? И что мне им почитать, кроме Библии и святых отцов? Чтобы им дать хорошее знание в жизни, и чтобы пригодилось, чтобы мои дети не были отравлены этой грязью, что сейчас льют из средств массовой информации. И образование наше никудышное. Плакать только, да и все. Душа плачет, что так все у нас в стране, еще и на вас такого человека нападает. Сами и перстом не пошевелят. Зато нападки устраивают. Ужас. Смотрела ролик я вас со Скуратовским. Смех на палке, да и только. Решил он вас поменять. Действительно, мне только сейчас звонили, там, меня поменять. То есть принимает все, но поменять меня надо. А сами что, ничего, ни одного ролика нету. Ни одной страницы, то есть нету, нуль. И он поменять хочет под себя, чтобы я не говорил, что сидеть не надо, надо работать. Работать и прощать, а не по-старобрячески. 330 лет назад, и все, Никон. И они точно так же. Где-то что-то сказал, подсматривают. Ну, сказал, да уже сколько прощенных воскресений прошло. Вот сейчас звонит человек, 30 лет назад что-то слышал. Да и так ли было, я не опровергаю. Ну, не знаю, прости меня, тебя касалось это? Да нет, ты вот там сказал тому-то, а тот так-то. То есть... Ничем не занимается, только подглядывает. И никакого срока давности прощения у них нету. Никон виноват, Алексей Михайлович виноват. Это старообрядцев. А как раз звонил старообрядец. По одному вопросу ответь. А уже искушение. Только ответил, он сразу нападает на меня. Вот до чего. Неправильно делал. Если бы правильно делал, более мягко, тут тысячи людей были бы. Ну ты покажи, как это. Овладей этим миром. Я телегу выхожу на середину улицы и давай, говори, говори. Ничего не будет говорить. И таких людей масса, которые ничем не занимаются, деньги получают за то, чтобы портить ролики, там, жаловаться куда-то. Пусть сам изменится, а не нас показывают пальцем. Сами ноль полный, зато вас учат. Еще раз повторю, смех. А вы у нас дорогой нам человек, сокровище духовное для нас, простых людей. Люблю вас, отец Игнатий, и благодарю Бога за вас. Низкий поклон вам и отцу Акиму. Я отвечаю. Советы выдавать о воспитании детей так легко, потому что проверить результат от советов на деле не сразу можно, а спустя хотя бы лет 20. По милости всемогущего Бога, мне Бог дал возможность на вполне уединенном месте, в степи, а потом рядом с православным поселением, создать детский православный трудовой лагерь «Стан» и пробыть его начальником 45 лет и плюс уже 2 года в домах, прямо в деревне. Опыт на практике огромный. Собрать детей откуда-то, со всего Советского Союза, хорошо кормить, соблюдать все посты, еженедельно баня и стирка, занятия ежедневно по Слову Божию, игры, сбор ягод, езда на лодках, на конях, сбор трав, работа, фильмы хорошие, игры и многое другое полезное было у нас. Сохранность детей 100%. Избавление детей от дурного, что уже в них крепко сидит. Никаких конфликтов, повреждений, заболеваний, отравлений. Нет утопших и сгоревших, как в прочих безбожных лагерях. И какой же совет можно дать на расстоянии от детей-то? На нашем сайте есть ответ вполне полный. Под номером 13 «Дети, лагерь, Стан». Ну, я указываю, где. Вот. Нажать только на это. Ответы эти я давал на занятиях в университетах, школах, на заводах и фабриках, в воинских частях, по радио, по телевидению, здесь и за границей, в отделах милиции. Сохранилось немного из всего ответа на 67 вопросов. Вопросы не праздные, ответы большие. Согласно Святой Библии, толкования святых отцов православной церкви, житий святых, канонов соборов, личного опыта и гражданских законов.
считает, что такого православного библейского сайта с таким богатством нет более нигде и в мировой сети интернета. И показываю, где. Ну и далее, вчерашний день, все, дома-то сижу. Какие события? К голубям несколько раз лазил, там подкармливаю, сижу, жуланов. Пошел тут котят у Надежды Васильевны, сажаю в подпол, приучаю, чтобы ходили туда с кошкой вместе. Ну вот, и события, а что-то занятия начались по скайпу. Пупков Сергей Павлович ведет. Вот день-то и прошел. Ну и попутно показать наши ресурсы. Вот так. Вот один. Это не то. Что-то тут. Это вот я поставил как раз мой мир. Очень я люблю эту систему. Потом форум. 1602 темы. Так. Я не ручаюсь за точность, но система так показывает. И потом вот наш видеоканал. Большой довольно. Так, 21. Сейчас я обновлю, посмотрю. 21, 60. Ну вот. Шарика передаю тут. Шарика передаю. На зиму. Вот это наш православный библейский сайт. Вот он. Православный библейский сайт во свете Библии. Ну вот о детях я 13-е взял. Дети, лагерь, стан. Тут много, 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 много. Ответ на 4124 вопроса. Это небольшая часть того, что мне задавали. У меня просто мешки были. Ну дальше уже это все надо было печатать. Все в Word, в наших книгах. 4124 ответа. Я не знаю, где у кого есть его ответы, чтобы были так пронумерованы. 55 папок разбиты. 55 названий чего. Ну, есть, если кто-то мне скажите, чтобы я знал. Ну, а там все, пожелания. Просим ваших, кто смотрит святых молитв, чтобы Господь сохранил наше сокровище, дарованное нам. И здесь, и книги, и здесь, и в пути. Вот есть об Иннокентии Сибирякове, он говорит, я несказанно разбогател. Куда? Я тоже могу сказать так, разбогател книгами, нами изданными. Посылаем, и сейчас остаток остался, который... Это 38 томов в книжном варианте. Ну, на этом на сегодня все.